Привет, это Юмилия. Пожалуйста, не забывай подписываться на наш телеграм-канал, ссылка на него в описании, но также не забывай о том, что на этом YouTube-канале проходят стримы, минимум 2 раза в неделю, и также я еще стримлю на Трово. Это новая платформа, которую я стараюсь освоить, поэтому если хочешь меня поддержать на ней, ссылка в описании. Ну что, смотрим Джохана, агенты неудачи, и поехали! 5 секунд с начала ролика, не забывайте про телеграм, там конкурс, всем приятного просмотра, вроде бы успел. Тебе нужно... Ага. Ну, кстати, реально, 5 секунд, ровно в 5 секунд Джохан уложился. Ничего себе. Мне бы тоже так научиться рекламить свой телеграм. Кстати, у нас там розыгрыш прошел, но начнется новый, как только наберется в канале 30 тысяч подписчиков. Стикод, да, чтобы мы соприкоснулись, операция, чтобы мы могли играть там... вместе. Настройки в главном меню. Эскейп не работает. О, дай я буду тебе давать код шарадой. И что это? Первое число, первая цифра, это количество яичек. Окей. Второе тоже количество яичек. Окей. Следующее число. Сколько через света? 8. Я понял, что сам не знаю, подожди. Вроде было 7, но... Смотря в какой мифологии. Ладно, давай, давай, что-то между. Нажимай, что-то между. Неплохо. Так. Цифра, которую больше всего любит отличник. Ну, по оптимальной шкале просто. По оптимальной шкале. Хорошо. Кстати, пятерку можно было бы описать, сколько пальцев на руке. Значит, 2. Следующая цифра — это твоя важность в этой вселенной. Жестко! Я понял дальше. Это следующая цифра. Это тоже моя важность в этой вселенной. А, моя? Какая самокритика пошла. Надеюсь, у тебя ЧСВ не более высокое, чем... И снова количество яичек. Хорошо. Ну-ка, получилось? Сейчас гружусь. Получилось! Красиво! Красиво! Тимплей! Камера наблюдения. Я могу взять под контроль камеры. Ваша первая задача — добраться до пентхауса и проникнуть в хранилище. Услышь меня. Так, окей. Вызвать лифт. О! Куда тебе надо, кстати? Я могу вызвать... На пентхаус, на пентхаус, пентхаус. Я могу на Рождество тебе вызвать. Не-не-не. Либо лето, Хэллоуин, что... На пентхаус, блядь. Аварийная остановка. Зачем? Какой что? Смысл? Что? Где под камера? Куда мне хотела смотреть? Я смотрю в камеру. Перезапустить лифт. О, погоди, я могу... Чё сейчас происходит? Блять, пизда нам обоим. Я вызвал охрану. Зачем? Сиреневый 2600, 2600, 2600, 2600. Сиреневый 2600, 2600. Есть. Вот так вот проще. Я почти убили эти лазеры, ебаные, блять. Я бы охерел, если бы 4-я стрелка появилась. Подключиться к серверу для доступа к сейфам. Имя сети. Что-то, ну, имя, конечно. Для умных. Оу-я-я. Опа, какая-то еще мини-игра. Я могу ходить по какой-то виртуальной сетке. Ой, змейка какая-нибудь. Это что я сделал? Ой, ты мне теперь что-то должен делать. Я да? буду давать... А, я да, даю ой, тебе... Ой, ой, оставь. Проводить его нужно. Еще куб. Да, островочка, да, вот этого получается, у меня да? Гениальный план. Лабиринтик. Прикольно. Я специально для тебя рисую маршрут, чтобы ты точно понимал, в каком направлении тебе стоит двигаться. Я, кажется, поняла. Что ты делаешь? А, у меня кончились они. Бля. А, я могу убирать. Сзади убирай все, кроме последнего. Я понимаю, а ты перейти сможешь? Я уже стою на последнем. Последний не убирай. Вот через эту стену. Он не может через стену, мне кажется, пройти. Вот этот. Последний убрал, долбо, блядь. Я задержался. Ой, тут еще. Ой, тут препятствие. Стой, стой, стой. Ой, 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 ой. Что? Они пропали. А почему они пропали? Там ловушка проходит в один конец и в другой. Я же не знал, где она. Смотри, ты не знаешь. Вот по этому краю вот этот ряд. А стой, стой! Успокойся. Успокойся. Интересно, как все это выглядит со стороны Мармока. Вот этот ряд квадратиков. Хочешь нервничать сильнее? Протяни его до конца, протяни его до конца. Нет, не надо! Да, кружился. Ставь еще, еще. Ой, это еще, еще, сейчас, сейчас, поставь его. Там же, быстро, блядь, сзади идет этот хуйня. Блядь, а что делать-то, блядь? Что ты делаешь? Что ты паникуешь? Что ты паникуешь? Да успокойся, ты паниковал, ты уходил. Ты ушел. Так я ушел на те кубы, которые были. Нет, там не было, там пустота была. Ты что, я тебе начал создавать их? А ты меня видишь, что ли? Да. Я поэтому с тобой издевался. Так, но надо будет это быстро... Неплохо так, знаете, вырезка была, сразу Мармок телепортировался, как будто... Что сделать? Мы сможем. Прям очень быстро. Мы сможем. 3, 2, 1, поехали. Уу!
Спидран по... Еще раз прострою, где поломалось. Танго... Как там эта игра называется? Дальше, 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 дальше. Ты не паникуй! Да ты, блядь, поехал куда, придурок, блядь? Три. Мне кажется, ребята просто слишком суетятся и торопятся. А так у них классный тимплей. Два, один, поехали. Здесь прожглись, давай еще раз. Давай быстро, 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 дальше, быстро, 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 еще, не еще, еще. Ай, Мармок, слетел. Еще быстрее, я понял, еще быстрее. Дальше, 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 да вот здесь, не тормози. Давай, быстро, давай, тормози, давай, давай, блядь, да, ебать. Быстро, 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 быстро. Да что ж так? Вот, вот охуй, вот так вот и надо. Тихо, было. Тихо, тихо. Ой, бля. Все, красота. Хорошо. Как будто первый секс просто. Нет, первый секс всегда неудачный. Так у нас было сколько попыток? В смысле? Дроны, гондоны летают. Не буду никак комментировать тему кекса. Это все-таки не реакция на Fallout, где мы постоянно это обсуждаем. Гадрис, у меня есть. Охранные дроны. Охранные дроны. Ага, у меня мини-игра. Я вижу дроны, вид сверху и планировку здания. Высекай их. Есть РПГ? Смотри, с РПГ-дроны, чё? А дроны облетают через разные помещения, и нужно закрывать им двери. Сейчас в твоей комнате есть дрон? Нет. Улетел? Нету, в принципе, не было. Мне нужно в научно-исследовательские лаборатории. Ибанат, я тебе объясняю, как у меня все устроено. Я вижу просто планировку сверху и комнаты, которые облетают дроны. Я тебя понял, но мне нет доступа, мне надо войти, тут закрыто, понимаешь? Ну, видимо, Мармок должен ему открыть доступ. А, ты даже не можешь открыть дверь. Вот, а теперь? А теперь открыта дверь была, давай открой. Я открыл только что ее. Вот, во, я вошел в нее. Дрон? Вот все, я нет. Здесь в буфете. А к тебе сейчас залетит дрон. Зачем? Зачем? Залетел? Да, ебать! Ты рад? Слушай, это не мой дрон, я просто наблюдал за ними. Ну давай. Такое ощущение, как будто у Мармока был хитрожопый план, как подставить жоха, да, и план прошел на ура. Давай, давай. Не входи, не входи. Я уже вошел, она теперь не открывается. Меня выебали. Мы должны как-то быстро пройти, понял, чтобы дронов не было в комнате. Построй мне маршрут просто грамотно, говори, куда идти. Короче... Запоминай, запоминай. Прямо. Так. То есть ты входишь в дверь прямо, бегу потом прямо. Входишь в дверь на. Давай я буду по пути тебе подсказывать. Давай, поехали. Хорошо, потому что так не удачи. Заходишь. Заходи. Поехали. Прямо? Куда, направо? Но не иди во вторую, не иди во вторую. Прямо тебе надо будет. Давай теперь прямо. Теперь прямо, иду быстро, прямо. Быстрее. Иду теперь. Прямо, да. Дальше. Теперь направо, направо. Иду направо. Не, стоп, не входи, не входи. Не вхожу, не вхожу, не вхожу, не вхожу, не вхожу. Так. Входи. Вхожу. Входи. Вхожу. И налево. Дверь налево. Дверь налево. Входите. Слушайте, налево. Пока да, входи. Все это. Вхожу направо. И вхожу направо. И сразу дверь направо. Есть. И сразу дверь направо. Молодцы. Я не понимаю просто. У меня... Вот я тупица. У меня справа, слева, сверху подсказка. Помогите вашему напарнику найти помещение сервера мейнфрейма. Это, наверное, технический отдел. Допустим. Скорее всего, технический почему-то, мне кажется. На 10.00 устроит? Нет, на 5... 15. Не могу, есть только вот нету промежуточного варианта. Есть 5 и есть 5.30. Ебать, мяк. Все, на назначена новая встреча на 17.30. Хуя, да Колон, стоп, сука, 5.30. Это сколько ему это ждать? Не 17.30. Мне 10 часов сейчас надо будет сидеть. 12. 5 утра! У меня 5 утра, блять! Как тебе по-другому? У меня 5.10 ночь! Что за спецагент? Что? Я не хочу быть спецагентом, блядь! Я не согласен по такому графику и ебаному работать! Ты скажи лучше, придурок, что мы будем делать 12 часов! Вот-вот! Интересно, как там время идет в этой игре, как в реальной жизни? Нет, короче, пока у Джохана была реклама. Сгоняла. Орешков взяла, я не знаю почему. Мне так захотелось немножко их покушать, попробовать. Обычно я не ем на реакциях, ну, только на стримах. Но сейчас немножко доем, дохрумкаю. Извините, пожалуйста, и приятного аппетита, если кушаете. Если хотите кушать, то возьмите сейчас еду и досмотрите со мной вот этот видосик. Потому что кушать все-таки надо, не надо пропускать приемы пищи. Господи, какой утомительный у тебя медленный, уродливый автомобиль. Я знаю, как там развлечься. Я тебе предлагаю... Что с ним? Короче, мы подходим нет, к ладно, людям. Нет, ладно, не буду, все. Точнее, ты подходишь к людям. Я буду тебе говорить, что сказать и что сделать. И ты будешь это говорить и это делать. Я буду давать тебе задания, как марионетка будешь моя. А потом ты мне. Жесть! В общем, берешь, прыгаешь сейчас в круг. Ага. Срываешь с себя всю свою одежду и начинаешь горячий танцевать стриптиз. Ага. И несмотря ни на что, что бы ни случилось. Зажигай, Вась, я хочу видеть дерзкие движения. Вот так. Угу. Ага. Да. О, господи! Мне похуй на вашу форму. Вась, вообще насрать, они стоят там друг с другом вот в кружочке. Скажите, хозяин. Осталось только кепка и трусы. О-о-о! О-о-о!
Там цензура будет? Остались только трусы. Я 5 сроков просел, вот сейчас я не могу, я знаю правила. Скажи ему, что ты отсидел один срок. Я отсидел один срок. Скажи, что ты можешь открывать им бутылки пива попой. Мальчишки, могу открыть вам пиво попой. Они тебя просто игнорируют. Почему? Это они просто расходятся, им похуй на тебя. Вась, ты самый никчемный стриптизер, которого я видел. Какого хрена, серьезно? Он так старался, бедный парень, мне даже жалко. На тебя никто не смотрел? Остались только самые большие ценители моего тела. У твоего тела нет ценителей, все ушли, я тоже ухожу. Этот парень остался. Почему-то. Он заинтересовался, видимо. В конце поцеловал. Я вас сейчас просто возьму и кину в следующий момент без объяснения причин, как отец кидает своего сына в реку, чтобы научить плавать. Чё вообще? Блин, я еще не отошла от вот этих вот вздохов и поцелуев. А Джохан тут такой. Просто смиритесь с этим. Придурок, что ты делаешь? Я с кем-то просто синхронно выпрыгнул из... Вась, а вот и я. А вот... Что? Я прилетел в реку, нахуй, смотри. Данила, вас обстреливают. Стой, да. Нас обстреливают. В нас обстреливают? По тебе стреляли, придурок, ты не заметил этого, что ли? Я извиняюсь, а можно перестрелку перенести на пару минут? У нас гонка. А какого хуя по мне стреляют? В смысле? А? Это ограбление? Я не слышу. Остановился, вышел, а тебе не мы стреляли. Погоди, а кто? Погоди. Я просто ехал. Погоди. Не умею. Погоди. Джохан? Кто такой? У тебя такая дикция, вот, похожая. Похожая. Пока. А могу так сделать. Ты понимаешь? Блядь, вас я уезжаю, вас я в мясе каком-то, блядь! Это, блядь, по мне хуя. Что вообще происходит? Вась, блядь, по мне ебать со всех стволов, в машине пизда, я в западне. Вроде бы я скрылся от погони. Как вот это вообще эта машина еще? Ёп, нифига не скрылся, едет. Фрукты и птицы. Вот меня фрукты хуй. Тебя тоже? А, мой товарищ говорит, что его тоже фрукты хуярили. Распишись, Настя. Меня изобьют, очень хорошо. Распишись, чё? Вась, меня фрукты прессуют, блядь, где ты? Есть ощущение, что мои карманы обшаривают. Марин! Меня грабят! Серьезно? А за мной фрукты гонят! Меня грабят! Меня военная база, грабят. Вась, военная база, это спасение мое! Помогите, помогите! Помогите, за мной гонятся! Помогите, помогите! О! Меня пытались убить. Вот эта машина, вот эта фиолетовая машина меня пыталась убить. Можешь меня спасти, пожалуйста? Это так работает? Белую, красную, еще одну белую, фиолетовую вижу. Возможно, я дальтоник. Не, вот эта белая машина, которая сейчас уехала, это была моя машина, только что ее угнали. И пригнали обратно. Меня больше всего поражает, как Мармок сперва так невозмутимо говорил, мне тут карманы обрыскивают. И Джохан такой, не, это была моя машина, ее только что украли. Что такое? Ваша машина, извините, что я взял покататься, и это... Я вам отдаю еще починенную, починенную. Ну да, у нее только что отвалились оба бампера. Ладно. Я сделаю все быстро. Ты чё? А вы как-то объясните, где вы находитесь? Так я просто с клюшкой. Он, наверное, тебя сейчас затопашит. Убери клюшку. Раздевайся. Нет, не буду раздеваться, сатари. Первый пойдет в колено. Блять. Я одену очки. С твоего позволения. Я вижу твои сексапильные голени. Подойди, господи! Я подхожу. Для роли удобрения. Джохан просто молодец. Я на заднем сиденье, я же не выпаду, если вы врежетесь, правильно? Так, что еще раз, подождите, я не услышала. Я на заднем сиденье, я же не выпаду, если вы врежетесь, правильно? Ау. Можем проверить. Я пристегнут. Я вот, я выключил подсказки, а на что пристегиваться? А русская. Нет, не верь! Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Напоминаю вам еще раз про свой телеграм-канал, на который ссылка есть в описании к видео. И увидимся с вами в следующее уже воскресенье. И, друзья, не забывайте про наш GTA 5 RP сервер. На него я ссылку оставляю. Мы там играем довольно часто. И чтобы с нами встретиться, просто заходите и проводите промокод Джохан. И, собственно, увидимся уже в штате. В какое число сегодня? 16 июня 2038 года. Ого. Охуеть. Еще раз.
16 июня 38 года. Это сколько мы проходили эти ебаные мини-игры. Мне очень понравилась первая игра, в которой играли Мармок и Джохан. Интересно, будет ли она еще на канале у Мармока какие-то дополнительные моменты, потому что она нереально классная. И кроме того, как всегда, были прикольные моменты с GTA RP сервера Мармока и Джохана. Мне вот все тоже говорят, попробуй, не знаю. Пока вот и вроде бы тянет, но вроде бы не тянет. Это как у меня было с CSGO, вот примерно то же самое. Ждем следующий видосик Джохана в воскресенье. Ну а с вами была Юмилька, благодарю за просмотр реакции, надеюсь, что у тебя поднялось настроение. И пока!